Всем привет! Меня зовут Павел Григорчук. Еженедельно, каждый четверг, я веду свою авторскую программу «Правда Григорчука» на канале TVC21. Это программа, на которой мы с вами будем искать справедливость и бороться за правду. И если вы смотрите нас в интернете, на канале Общественной ассоциации «Дрептула Дрептати. Право на справедливость» в Ютубе, на странице в Фейсбуке или в моем ТикТоке, то каждый лайк, который вы поставите этому видео, поможет нам в продвижении этой авторской программы. А каждое ваше пожертвование на счета, указанные в описании к видео, помогут нам еще лучше делать наше расследование. Сегодня я вам расскажу, как молдавские контрабандисты, несмотря на приговоры европейских судов и международный розыск Интерпола, руководят схемами по незаконному производству и распространению контрафактных сигарет в странах Европы. Проблема контрабанды уже давно стала одной из главных угроз для европейской экономики. Практически каждая третья пачка сигарет в странах Европы сегодня продается незаконно и ввезена в Евросоюз нелегально, либо произведена на подпольной сигаретной фабрике. Это миллиарды евро, которые ежегодно наносят ущерб европейским странам. Причем ощутимую часть этого контрафакта производят молдавские бароны контрабанды. Сегодня я вам расскажу об одном из таких королей контрабанды, который, несмотря на приговор европейской инстанции и несмотря на международный розыск Интерпола, благополучно живет в Молдове, пользуется поддержкой коррумпированных сотрудников полиции, живет в роскошном доме в элитном районе Кишинева и ездит на люксовых автомобилях. Знакомьтесь, это Раэляну Михаил, один из главарей молдавской контрабанды. Родился Михаил Раэляну 19 сентября 1981 года. Данное фото не лучшего качества, так как мы его позаимствовали с сайта полиции Румынии, когда он был объявлен в розыск в этой стране. Свою преступную деятельность этот персонаж начинал с мелкой контрабанды. Позже покупал сигареты в Польше и продавал их в Европе. Затем, кинув польских партнеров, он дорос до собственной подпольной фабрики. Об этом мы еще расскажем поподробнее. В криминальных кругах Михаил Раэляну получил прозвище «Цыган» и «Зобар». Так звали одного из героев фильма о цыганах «Табор уходит в небо». А не те цыгане теперь пошли. Не те. Коня на золото меняют! И клинок, и душу. По своим качествам классифицируется Зобар как хитрый и злобный, у которого нет ничего святого в достижении цели незаконного обогащения преступным путем. Поводом для расследования за Раэляну, также известным как Зобар, стали наши расследования о Виталии Перчуне, который является кумом Зобара. Напомню, что Виталий Перчун, бывший член демократической партии Плохотнюка, обвинявшийся в изнасиловании и вымогательстве денег, человек из окружения Константина Ботнаря, известного также как «Барсетка Плохотнюка». О Перчуне я в прошлом году в интернете публиковал целую серию расследований. Итак, кто такой Виталий Перчун? Родился Перчун в Еловенах 4 июня 1979 года. В 90-е, будучи спортсменом, он входил в одну из группировок, на членов которой он потом стучал полицейским, создавая своим же проблемы, а потом за деньги их же разрешал. Позже Перчун вступил в демпартию Плохотнюка, где ему покровительствовали в его строительном бизнесе, в котором он перекинул кучу людей. В анкетах он пишет, что якобы он закончил лицей Осаки, потом Молдавский государственный университет. А на самом деле он ничего не заканчивал. И даже в школе ему выдали справку. Как видите, даже здесь обманывает. Далее он вместе с Цуцу организовал рейдерский захват спортивной федерации кикбоксинга и муатай. Известно, что Перчун любит употреблять наркотики и курить сигары. По знаку зодиака Перчун – коза. Он по китайскому календарю родился в год земляной козы. А вот по гороскопу он – черт. В этих расследованиях шла речь о том, как Перчун участвует в разборках и рейдерской атаке, пытаясь присвоить центральный автовокзал Кишинева. Рассказывал я о том, как он незаконно заполучил участок земли на телецентре, где построил свой роскошный дворец. Как Перчун построил развлекательную террасу в парке Валя Морилла, Комсомольское озеро. Причем сделал это Перчун на месте расстрела диссидентов. Перчуну позволили перенести памятник, поставленный в память жертвам, которых расстреляли в годы Большого террора, тем самым позволили Перчуну построить ресторан, что называется, на костях невинно убиенных. Перчун вместе с Раэляну Зобаром породнились на почве преступной деятельности, а также на почве слабости и влечения к дорогостоящим веществам на основе кокаина. Перчун и Раэляну являются подельниками в уголовном деле, в котором они обманули пожилого человека на крупную сумму денег в строительстве торгового центра на телецентре, недалеко от южной автостанции Кишинева.
Сегодня пострадавший от мошенничества Перчуна и Раиляну переносит онкологические заболевания, а Перчун и Раиляну, Забар, пользуются деньгами этого человека, которые он вложил в строительство, после чего мошенники его хладнокровно кинули. Примечательно, что фирма Estate House Group SRL, которая и участвовала в мошеннической сделке, принадлежит Виталию Перчуну и Марии Раиляну, жене Михаила Раиляну. А адвокатом Зобара и этой фирмы в судах по мошенничеству является никто иной, как Нику Шендря. Напомню, это тот самый скандально известный, уже бывший прокурор, который при Плохотнюке меня и Григория Петренко арестовывал за протесты. За что Молдова была осуждена в Европейском суде по правам человека и понесла ущерб в почти 70 тысяч евро. И это тот самый Нику Шендря, который в свое время от меня получил пинка под зад за то, что хотел отобрать у меня телефон, на который я его снимал, а также за месяцы арестов и годы судебных тяжб. И пока этот поджопник в прошлом прокурору, это единственное наказание, которое испытал на себе Нику Шендря за то, что массово нарушал права человека и ломал судьбы людей. Будучи прокурором, Нику Шендря по заданию мафии Плохотнюка арестовывал и преследовал неугодных активистов. А когда его пинком под зад выгнали из прокуратуры, то он стал защищать всяких аферистов, барыг и контрабандистов. Очень показательно. Что ж, наличие Шендри в команде у контрабандиста Зобара стало для меня еще одним триггером и мотивом, чтобы еще тщательнее и скрупулезнее взяться за расследование преступлений Раиляну Зобара. Позже, в январе этого года, Раиляну Зобар снова попал в наше поле зрения. Поводом стала операция французских правоохранительных органов, которые накрыли самую крупную подпольную фабрику сигарет в истории Пятой Республики. Une fois par semaine, ces douaniers qui doivent rester anonymes tentent de repérer des colis suspects à la recherche de tabac. На данной фабрике были арестованы граждане Молдовы. Французские органы обратились с запросом к коллегам в Молдову. Однако молдавские коррумпированные сотрудники полиции саботировали расследование французских коллег. По заявлению французской жандармерии, на подпольной фабрике Зобара были найдены более 100 тонн табачных изделий, а стоимость контрафакта и оборудования полиции Франции оценила в почти 14 миллионов евро. В феврале этого года, чтобы пресечь безнаказанность группировок, которые пытаются подрывать экономику европейских стран, я в своем фейсбуке опубликовал румынский паспорт владельца этой подпольной фабрики, которым и оказался гражданин Молдовы и Румынии Михаил Раиляну, он же Зобар, он же Миша Цыган, герой нашего сегодняшнего расследования. Отмечу, что недавно на электронную почту нашей ассоциации «Дрептула Дрептати. Право на справедливость» пришло письмо от сотрудников другой подпольной фабрики Раиляну Зобара, которые вы сейчас видите на своих экранах. В своем письме работники подпольной фабрики Зобара пишут, что они находятся где-то в Нидерландах, что они трудятся в рабских и нечеловеческих условиях, что Зобар не платил им обещанных денег и не выпускает с территории фабрики. Также в письме за подписью гастарбайтеров из Молдовы говорится, что один из молдавских работников пытался бежать в полицию, но он бесследно исчез и до сих пор не вернулся домой. А я напомню, что в прошлом году в Бельгии был найден убитым гражданин Молдовы, следы убийства которого, по мнению бельгийских правоохранителей, вели к незаконному сигаретному бизнесу. Также люди, представившиеся работниками подпольной фабрики, пишут нам в письме, что на фабрике их охраняют бандиты преступного авторитета, некоего Тенгиза. Известно также, что с таким именем существует криминальный авторитет в чине вора в законе Тенгиз Думоев, он же Гочо, который несколько лет назад бежал из России в Черногорию, где и скрывается от розыска, а также известно, что в криминальном мире Гочо Тенгиз крышует Мишу Цыгана Зобара. По информации патриотически настроенных офицеров, сегодня фабрики Раиляну Зобара есть в Голландии, а главный рынок сбыта контрафактных сигарет – это Франция и Англия. Работают на фабрике молдаване, которых эксплуатируют как рабов, и потом кидают невыплачиваемые зарплаты. Некоторые гастарбайтеры, которых в Молдове вербовали люди Зобара, так и не вернулись в Молдову. В этой связи мы обращаемся ко всем родственникам работников и всем тем работникам, которые, возможно, посмотрят потом это видео, чтобы вы обращались к нам в нашу правозащитную ассоциацию «Дрептула Дрептати. Право на справедливость». Мы постараемся оказать вам всю необходимую помощь, чтобы восстановить ваши права и наказать группировку Раиляну Зобара. Кстати, о группировке. Подельниками в криминальном бизнесе Раиляну Зобара является гражданин Молдовы Серджио Капша, бывший одноклассник Зобара, а также Гройсман Александр, гражданин Израиля и Украины, посредник в переговорах Зобара с международным криминальным синдикатом контрабандистов.
И если в Молдове Михаил Раиляну, он же Забар, он же Миша Цыган, продолжает оставаться на свободе, то в Бельгии несколько лет назад его осудили на 7 лет тюрьмы. Раиляну Забар находится в международном розыске Интерпола. Но приговор Европейского суда и международный розыск не проблема для Раиляну, пока он находится в Молдове. За моей спиной на улице Ольга Врабии в элитном районе Редауцану находится дом, в котором живет сам Михаил Раиляну Забар. Дом записан на другого человека, как и роскошные автомобили, которыми пользуется семья Забара, которые часто можно увидеть припаркованными на площадке у дома Забара. Все свое имущество Раиляну Забар записывает на третьих лиц, но пользуется этими объектами роскоши он и его семья. Дом в несколько этажей, площадью в 170 квадратных метров и 7 соток земли в элитном квартале, который кишиневцы прозвали районом нищих, стоит больше полумиллиона евро. И пока международный преступник Забар купается в своем бассейне на заднем дворе своего дома, власти Бельгии и Румынии тщетно пытаются разыскать Михаила Раиляну, чтобы его экстрадировали либо наказали в Молдове по приговору европейских судебных инстанций. Мы решили спросить у самого Забара, как ему удается оставаться на свободе, будучи в розыске Интерпола. Сейчас мы набираем его по номерам телефона, которые у нас есть, чтобы предоставить ему право на реплику и задать ему вопросы, чтобы он рассказал, кто ему помогает уходить от уголовной ответственности и найти убежище в Молдове от европейской юстиции. Сейчас наберем по еще одному номеру его. Сразу сбросил по второму номеру. Ну, к сожалению, не получилось взять интервью у этого контрабандиста. Что ж, мы обязательно еще с ним побеседуем. Но еще лучше будет, если с ним будут беседовать сотрудники правоохранительных органов и лично прокурор. Что ж, из-за коррупции, а также связей Забара в МВД, ему удается оставаться на свободе даже при наличии приговора европейского правосудия. И это не последний контрабандист, кто осужден в Европе, но остается на свободе в Молдове. В прошлом году в Италии трибунал Вероны осудил Олега Прутиану Бормана за бандитизм и наркотрафик, присудив ему 15,5 лет тюрьмы. А в Молдове он, как и Константин Цуцу, как и другие преступники, продолжает оставаться на свободе даже за такие преступления, как убийство Алексея Веретки. Создается впечатление, что Молдова превратилась в остров безопасности для международной преступности, что наша страна стала малиной для всевозможных барыг, которым от безнаказанности уже сносит крышу, и они купаются в роскоши от денег, добытых преступным путем. А между тем я хочу вернуться к тому, что главным пострадавшими от контрабанды, которые занимаются все эти зобары, являются наши партнеры по развитию, являются страны Европы. И пока эти страны выдают Молдове гранты и помощь в сотни миллионов евро, молдавские преступники и контрабандисты безнаказанно наносят экономикам стран Европы ущерб в миллиарды евро. В этой связи у меня возникает вопрос. Уважаемые власти, уважаемые руководители правоохранительных органов Молдовы, сколько вам нужно времени, чтобы посадить преступника, которого разыскивает Интерпол и который уже осужден судом Бельгии? Это не Плохотнюк, который бежал за границу. Это Михаил Раиляну, который живет здесь, в Кишиневе, и свободно ходит по одним с вами улицам. И если нам, общественным деятелям, удалось найти место, где он живет и чем он занимается, то почему этого не могут сделать наши уважаемые компетентные органы? Сколько еще должно пропасть людей на этих подпольных фабриках? Сколько еще миллионов евро должны заработать все эти зобары? Сколько еще взяток должно быть уплачено за безопасность в Молдове, пока в нашей стране не проснутся и не начнут наказывать этот преступный синдикат? Это был наш очередной выпуск авторской программы «Правда Григорчука». Если кто-то, кого я упомянул, не согласен с моим мнением, он имеет право на реплику. Приходите и докажите свою правоту. И это еще не все, что мы хотели вам рассказать. В скором времени мы вернемся с другими подробностями о молдавском криминале, который наносит колоссальный ущерб нашим стратегическим партнерам. Увидимся в следующий четверг через неделю. Пока!